лучшие из лучших. 9 команд из каждого района Самары приняли участие в военно-патриотической игре «Зорница-2.0». Этот всероссийский проект организован движением первых и призван развить в школьниках чувство долга перед Родиной. Ранее «Зорница» уже проводилась и у нас в регионе, и в целом по всей Российской Федерации. В этом году в Самарской области участников более 30 тысяч человек. Непосредственно в городском округе Самара более 6 тысяч человек. Школьникам предстояло показать себя в испытаниях по спортивной подготовке, оказанию первой медицинской помощи. Также их проверяли на знания отечественной истории, общевойсковой грамотности, а еще школьники на скорость надевали противогаз. Здесь Александра Серова показала хороший результат. Справилась за 3 минуты. Мы одевали комплект химзащиты на время, без каких-либо спортивных мероприятий. Просто одевали. Самое сложное было... Когда застегиваешь плащ, нос должен быть, получается, вот хобот должен быть внутри плаща, и только в самом конце, когда застегнул полностью весь плащ, тогда ты только вытаскиваешь. Сегодня состязания проходили для школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Матвей Сабельников рассказывает, участие в «Зорнице» принимает уже 3-й год подряд. В прошлом году его команда заняла 2-е место. Я умею шагать строем. В принципе, навыки лидера, потому что я являюсь командиром енармейского отряда. Научился разбирать автомат, оказывать первую помощь. Боевой, надеемся, на 1-е место. Победители «Зорницы» получат возможность принять участие в региональном этапе игры, который пройдет в мае. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.